Сейчас, когда в отеле вспомнила, что этой песне я не буду говорить, сколько лет, для того, чтобы я ее написала, когда мне было 17 лет. И я смотрю и вижу, я увидела девочку, вот она уже, которая подпевала во весь голос. И ведь она еще не родилась, когда эта песня появилась. Но это фантастически, то, что она ее знает. И для меня это такое счастье. Для меня это значит, что я, во-первых, занимаюсь тем, чем должна заниматься. Но я стою на том месте, где должна быть. И я хочу наслаждаться каждым днем, каждым моментом с вами, с моими любимыми зрителями. И, если честно, я хотела бы, с вашего позволения, дать вам один маленький, а может быть, он будет важным советом для вас. Чтобы вы, во-первых, ничего не боялись. Самое главное, не боялись того, чтобы выбрать именно то, чего хотите вы. И не боялись говорить «нет» тому, чего не хотите. Я очень хочу, чтобы каждый из вас нашел то самое дело, которое он безумно любит. И только тогда вы будете получать вот это счастье, душевную радость. Тогда, если не так, то ради чего? Ради чего это все? Если мы делаем то, что мы любим, если занимаемся тем, что не хотим делать. Никогда не предавайте свою мечту. И даже если что-то идет не так, поверьте, это просто небольшие испытания. Или большие. Но вы знаете, я думаю, все знаете, что нам дается всем по силам. И за нами следят. Поэтому